В День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который в нашей стране отметили 10 ноября, это праздник не только тех, кто работает в правоохранительных органах, а всего народа. И это далеко не случайно. Жители убеждены, что на страже законности стоят порядочные и смелые люди, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. В Славянском отделе полиции служит более 370 сотрудников. Для большинства из них служба в полиции стала не только призванием, но и жизнью. Они в любое время находятся на своем посту, порой ценой собственной безопасности обеспечивают покой и благополучие жителей города и района. На торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, которое прошло в актовом зале отдела МВД, пригласили тех, кто достиг весомых результатов по итогам года. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил правоохранителей за большой добросовестный труд. Для того, чтобы нормально жить, созидать, воспитывать детей, выращивать урожаи, в целом развивать экономику района, для этого нужны вы, нужна ваша помощь, нужна защита, чтобы у нас была действительно такая возможность. Мы, в свою очередь, стараемся взаимодействовать с отделом внутренних дел Славянского района в части ремонта участковых пунктов, помощи в технике, где-то в транспорте по необходимости. Это считаю своей работой. Начальник отдела МВД России по Славянскому району Виктор Рассохин поздравил сотрудников с праздником, пожелав им здоровья и профессионального роста. Желаю, чтобы вы в своей профессиональной жизни всегда опирались на закон, всегда на добропорядочность. Всегда помнили, что первая статья, которая гласит в законе федеральном, в нашем законе о полиции, всегда говорит, что мы в первую очередь должны помогать людям. В любой ситуации, в любых моментах. Никогда у нас не должно быть слова «нет», «не знаю», «не могу». Всегда сотрудник органов внутренних дел должен обращать на все нарушения, а порой даже напросто простые человеческие какие-нибудь события у людей случаются или какая-то проблема, мы должны, если даже сами не можем это помочь, но всегда мы должны сориентировать человека, где ему могут это помочь. Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес представителей этой мужественной и востребованной в обществе профессии. Самым приятным в торжественном мероприятии стало вручение лучшим из лучших почетных грамот и благодарственных писем, а также очередных специальных званий. Сотрудники органов МВД продолжают нести свою нелегкую службу, сохраняя традиции старших поколений и внося свой весомый вклад в укрепление правопорядка. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».